Это вот этот ресторан, да? Йоу! Его Кальдерон. Так вон этот конь, вот этот мужик, видимо. Да. Ну это в его столетии. La mesa 5, ¿verdad? Vamos para acá. Sí, tú no te llamas. Es que hablan poco, no hablo, depende este ruso. Es Mikhail. Se llama Mikhail. De Moscú, Moscú. No, Petersburgo. No, Теперь, понял, и на танках, как все-таки получился хорошая сила. Мария. Прикольно. Мне уже и здесь нравится, даже если нас тут плохо накормят. Смотри, какие. Ah, pero lo habéis hecho a propósito, ¿no? Вот это кости овечьи, снов, какие-то как суставы, вот это вот. Dinero con el sufrimiento ajeno. Yo no soy un santo, pero estoy en clave. Estoy pagando con mis maldades. Y estoy aquí tirando para adelante. Como quiera que lo ponga, hago menos mal que antes. A ti lo que te jode, que te mataste, trataste, te superaste, pero te olvidaste. Que papá upa está mirándonos de arriba. El único que busca, que dice que nos discrimina. Y yo no he visto al maní ni bando. La calle que bandido Calderón. Yo creo que no se le agradece el beneficio de la duda, cualquiera merece. Un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi gato activado. Ustedes conmelo andando. Dame. Por hoy está donde estoy. Vivo a seguir con mi tumbao y con mi ojos colorados, con mi gato activado. Pero me lo han dado. Eco The Lab, los bamboleros, Teo Calderón, Diesel, ponle pila a este. Don Omar y Teo Calderón. Haciendo historia en la música, los bandoleros. ¡Eco! ¡Eco! И вот есть перепол. Есть полперепол. Вот сейчас у них есть курица, как сказать, ну как бы домашняя. Fish potato frito. О, это найдешь, тогда мне ложки солнца. Ну, естественно, есть говядина, типа антрикот. Тут, наверное, с водой проблем не было, да, раньше? Что? С чем? С водой. Раз такой дух такой был. Может, наоборот было, поэтому ты только сандалии. У меня тоже такая же. Чтобы на столе понести. Грибочки. Даже пена еще как будто вот только-только полили там, но... Так, перчики. Вкусно. Фаршированные грибами. Ну и отлично. Туалет по-быстрому. Кто хочет? Ладно, все сбежим. Давай. Ну шестые, если больше. Давайте быстрее. Маша, точно? Ой, куда ты? Что, не высыпали? Ella también se lo vengo diciendo y Nacho se lo ha dicho. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Ya te vas. Зашли, чтобы вместе. А я говорил, давай сразу. Да, сейчас. Привет. Ну, смотри, поросятки какие. Поросятки. Вот так вот. Наша католическая, мы каждое воскресенье, когда приходим молиться, приносим конвертик с деньгами. И если ты приносишь недостаточное количество или вообще не приносишь, там тебе сразу рассказывают, что тебе... Надо научиться в интернете вычислять нормальные вещи. Футбол. Что это значит? Ну, это как бы, типа, при королевстве Фернандо VII, типа, идея вроде как сделали этот Алькасар. Папа! Как тура. Охренеть. Зайди на мост, там есть... Так я так понимаю, что они нет-нет ее заполняют или что? Нет, это специально сделаны канавы, чтобы вода, которая стекает со стен, чтобы она входила. Она отмерзла, может. Маша, ты лучше вот здесь смотри, здесь безопаснее. Здесь можно держаться и держаться. Капец. Что такое люди не настроят, а? Скажи, до чего доходило человеческое. Фантазия. И потом заливали вот это свинцом. Чем ее укладывали? Чтобы она выше не росла, да? Или наоборот, к себе Маша! Может, тебя камера приблизит, интересно, там рассмотришь. Ты еще даже... Ну хорошо, плавно так идешь, знаешь, только линзы. Супер. Вот это вот каменные крыши. Да, но там как каменные черепицы. Специальная из порода камня, которая слоивается, да. Слои, они... А туда, кстати, вот так вот люди, для того, чтобы делать там фотографии. Наверное, уже 4. Нам уже потихоньку двигать. Masa, misa. Yo te he cogido de cine sin queso. Mira, desde aquí la ves, desde donde estoy yo. Mira, desde donde estoy yo, la ves. Ay, ay, ay. Soy ехать, чтобы я за них перешел. То есть сюда заезжать нельзя. Если ты заедешь, вот эта камера, тебя сразу за трассу сфотографируют и штраф тебе выпишут. Крыша там, знаешь, и там осталось прожить еще полвека, блин, и попадают черепицы наши. Вот как у нас арештахетница, знаешь, типа вот эти заборы, которые деревянные. Да, даже не то, что полвека, они просто там уже, наверное, никто не живет давно. Видишь, продается под реконструкцию. Видно, видишь, Севен. И видно, что там, по-моему, никто не живет. Там по аварийности может закрываться. Бар еще живут, но если будут молиться, то крыша до первого этажа не дойдет. Это время правильно дойдет. Вот ты знаешь, что я вижу, знаешь, вчера, видать, погуляли. Здесь мы ели. Хорно де Асар. Хорно де Асар. Хорно де Асар. Que limpia el agua dulce de sus miradas. Es por ti que empieza un nuevo día.